Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Арай Чебанян не хочет строить отношения с Сашей Шевас, который занимался волшебством. Об этом он ее честно предупреждал. Он сходил на свидание с Лизой Триандафилиди, и они решили быть друзьями. В сети ходят слухи о том, что Саша Шева, которая с каждым днем все больше и больше шокирует зрителей, перенесла венерическое заболевание. Неизвестно, удалось ли ей вылечиться до конца и не перезаражает ли она всех вокруг сифилисом. Свое пребывание на острове любви завершили Фил Кострубов и Никита Шелюков. Ребята отправили на поляну. Алексей Чайчиц и Дима Талыбов считают, что на проекте нет достойных девушек, и они ждут новых участниц, им нужна девушка воспитанная, мудрая и знающая себе цену. Саша Черно и Иосиф Оганесян научились договариваться и слышать друг друга. Им обидно, что их труды не видят и не ценят окружающие. Юлия Ефременкова опубликовала фото со своей биологической мамой. Юлия пишет: «Лена умерла несколько лет назад, а моя бабушка была, есть и будет мамулей для меня, самым важным человеком в моей жизни». Маша Кахно познакомилась с мамой Димы Дмитренко. Она уверяет, что это добрейшей души человек. «Я вообще не понимаю, как у Рапунцель могли не складываться отношения с ней. Сейчас у нас с Димой не то чтобы конфетно-букетный период, просто мы много общаемся, нам хорошо вместе. Дима и Маша не против вернуться на Дом-2 в качестве пары, если их туда позовут». Ольга Рапунцель пожаловалась на то, что на поляне все ополчились против нее. «Меня травят», – пишет она, – «натурально травят». Особенно Ольге обидно, что даже Марина Тристановна против нее. А ведь матери, казалось бы, должны держаться вместе. Подписчики Насти Лисовой отмечают, что беременность испортила внешность девушки. На видео Анастасию практически не узнать. Ирина Агибалова подает в суд на своих очередных обидчиков. Некая Юлия, мать четверых детей и сотрудница фирмы, где Агибалова заказывала решетки на окна, проникла в ее дом и засняла на видео обстановку жилища и даже то, что хранится в холодильнике. Этот материал девушка опубликовала в различных группах, и за свою выходку ей придется ответить в суде. Ольга Бузова крупно опозорилась. «Когда ты находишься в другой стране, — сказала она, — ты должен уважать ее традиции». При этом она имела в виду Чеченскую республику. Видимо, Бузова совсем не знает географию России. Элина Камерен приняла участие в фотосессии «50 оттенков черного». Она публикует первые снимки. Тата Абрамсон выкладывает фотографии своей дочери Беатрис. Саша Артемова и Женя Кузин переехали в другую квартиру, поближе к их новой квартире, где они будут делать ремонт, а также поближе к родителям Саши. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.